Русский мир отметил день представления к Богу преподобного Сергия Радонежского. Один из самых почитаемых святых, он трудился и на благо объединения русских земель, за что ныне почитается как покровитель нашего Отечества. Великий подвижник известен как духовный устроитель множества монастырей, в том числе и Свято-Троицкой Лавры в подмосковном Сергиевом Посаде. В день памяти чудотворца святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл посетил обитель и совершил божественную литургию в Успенском соборе Лавры. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения. Подробности в сюжете Галины Ледвиной. В день блаженной кончины преподобного Сергия Радонежского святейший патриарх Кирилл посетил Святую Лавру, где в Троицком храме почивают мощи святого, и молился в Успенском соборе монастыря. Его святейшеству сослужил сонм иерархов. В обители, созданной великим русским подвижником, собрались тысячи паломников. Патриаршее богослужение посетили представители государственной власти. Стяжав великую благодать Святаго Духа, преподобный Сергий и сегодня продолжает делиться ей со всеми, кто с верой во Христа прибегает к его заступничеству. Преподобный Сергий Радонежский почитается как духовный собиратель русского народа. Во времена междоусобной брани он примирял враждующих князей. В Куликовской битве они выступили вместе одним войском и одержали победу. Он заповедал строго хранить чистоту веры. Его завещание всем людям русской земли «любовью и единением спасемся» актуально и сегодня. Своими делами величайший подвижник свидетельствовал окружающим, что жизнь можно устраивать только добром и любовью, ибо, отвечая злом на зло, человек порождает новое зло. Особой торжественной частью праздничной литургии стал крестный ход и молебен на площади Лавры. Перед чтимым образом великому чудотворцу и игумену русской земли молились православные добровольцы и игумены, и настоятельницы ставропигиальных монастырей, тысячи паломников со всех уголков России и мира. С балкона патриарших покоев предстоятель обратился к участникам торжеств с первосвятительским словом, в котором поздравил всех с днем памяти преподобного Сергия. Обращаясь ко всем без исключения, патриарх Кирилл призвал. Если мы хотим, чтобы вера Христова распространялась, если мы действительно все с вами мечтаем о воссоздании Руси православной и святой, то сеять должны обильно. И чем обильней будет сеяние наше, тем обильней будет урожай, тем больше людей воспримут весть о Христе Спасителе, тем больше вера православная укоренится в сердцах наших людей. Мы молимся преподобному Сергию, чтобы он каждого из нас подвиг такой ревности. Помолиться вместе с предстоятелями и услышать его слово в день памяти Сергия Радонежского смогли православные зрители в России и за рубежом. Патриаршее богослужение в прямом эфире транслировал телеканал «Союз».